что Акрам говорит? Что он меня любит. Он тебя любит? Да. Что он делает? Он меня целует. Куда целует? Щечки. Он меня любит. Ты ему скажи, если он тебя еще раз поцелует, я ему уши оторву. Но он меня любит. Не любит он тебя. Ну любит, любит. Он любит. Ну не тяни, не тяни, не тяни. Отпусти, отпусти. Он меня любит, за. Ну хоп, отпусти, ладно. Откуда ты знаешь, что он тебя любит? Поэтому он меня любит. Он тебе сказал? Да. Как он тебе сказал? По-русскому. По-русскому? Ну-ка, покажи, как он сказал тебе. По-русскому. Ну как он сказал? Как? По-русскому. По-русскому сказал? Да, а ты меня типа не понимаешь. Я тебя типа не понимаю? Я тебя очень даже понимаю. Сколько Акрому лет? 2600. 2600. 2 годика? 2600. 2600? Да. 2600, он весит? Ты его вес, да, 2600, да? Да, у него 2600. 2600? Да. А он с тобой вместе в садике ходит? Да. Он с тобой играет? Да. И что он говорит? Что он меня любит. А он тебя бьет? Нет. А раньше бил? Нет. Не бил, не бил. Но я ему все равно завтра ушки оторву. Не надо. Он чуть-чуть поплачет и все, перестанет. Да. Ладно, да? Да. А есть ушки. Отрезать ушки? Да. С ножницами. Ножницами, да? И волосы разъешь. Волосы тоже? А ты его не любишь? Не надо тыкать волосы. А, только ушки, да, отрежем и все, да? Да. Ну ладно, ладно.